Так точно, босс, приманка готова. Ну что, ребята, поехали. Лиш, давай. До гиперпрыжка приманки 3, 2, 1, прыжок. Управляйте кораблями, это наш шанс, погнали. Погнали. О, я один на корабле. Избегайте зоны поражения. А, ты, наверное, сосед. Да. Они на крючке, начинаем. Вот титан. Только не наш. Вот он наш. Ну, в смысле, мы-то на нем не можем кататься. Говорю же, вот титан. Смотри. Что такое? Оп. АМС, чтобы техники могли удаленно подключиться к орудию. Делайте, что он сказал. Это бой на истребление. А, ты его под зад пинаешь, что он быстрее. Которых встретите на своем пути, чтобы техники дали чистый сигнал. Думал, так все изи. Да, это же умный пистолет. Попробуйте кибернож. Не только ты способен что-нибудь как. Да откуда? Понятно. Меня снял оттуда, мы я был дебилом.
вспомнил все. Отправляю. Ожидайте. Ой, чё это? Я даже вообще ничего не понял. Откуда? Ничего себе, с умной пистолет. Видишь, на таймере миссия. А мне так отлично, босс. Разворачиваю пушки для очередного звука. Мы слишком близко к цели, чтобы все провалить. Еще выстрел, и стражу конец. Вы слышали? Завершите начатое. Да подвинься ты! Кто, кто по мне стреляет? Внимание, получены множественные... Наверное, союзник. Да ты помрешь или нет? Все молодцы. Пройдите. Видишь, это Макава. Баркер на линии. Он ждет указаний, Мак. Отличный фейерверк, Мак. Похоже, это твоя фишка. Ты не верил, что у нас получится. Не, мне было фиолетово. Пора менять цвет, Баркер. Твоя очередь. Покажи Бишу, как проложить курс к кладбищу Левиафана. Вот какой-то сумасшедший. Ты издеваешься. Я же сказал, что туда больше не сунусь. Дружище, я понимаю твои чувства. В этом мире нам всем приходится лгать. Что так, как они убили? Любому самому. О, убил чувака. Ого, я не на первом! Ого! Так, опять третье место. Ну что ж, стабильность — признак мастерства. У меня столько карт, 74 штуки. Продавай их. Давайте хоть и одну использую. Используем. Всем десантным кораблям. Последний прыжок через 5, 4, 3, 2, 1. Прыжок и заикнулся. Знаешь, Марк, эта башня не работает уже 20 лет. Не передумал? Они пока используют башни на авиабазе, охраняющей Диметру. Нужно придумать, как их вырубить. Пилоты, возьмите опорный пункт. Мог проверить башню. Бою готов? Готов. О, захват точек. Старый добрый захват точек. Итак, все, командир, пошла жара. Операция по захвату пунктов. Возьми под контроль как можно больше. Чё? Ты бессовестен, а? Так, я пойду по тактике. Если пойдут по идее на Б, я пойду на А. Да какого? Мы теряем час!
опорный пункт Альфа. Разыщи терминал внутри здания и подойди к нему, чтобы я смог подключиться. Да почему они так быстро? У меня лагает, короче. Теперь мы контролируем опорный пункт Альфа. Так, приятель, ты приближаешься к Чарли. Остерегайся противников. Блин, двое на одного, вообще задолбали. Я столько патронов в него всадил. Почему он не помер? Куда побежал? Что? Что? Так, приятель, ты приближаешься к Альфе. Остерегайся противников. Внимание, седан будет готов через 30 секунд. АМС захватили все опорные пункты и меня опять вырубило. Подключи меня к опорному пункту. Мак, у нас тут проблема. АМС перегружают реактор башни через опорные пункты и не дают мне прицепиться к системам. Понял, Биш. Пилот, АМС пытаются уничтожить базу. Захвати опорные пункты, чтобы Биш мог проверить башню. Давай живее. Игрок опять тащит всю команду. Хорошо, браво наш! Но мне нужны еще Альфа и Чарли, чтобы устроить тот. Я захватил целую пункту в одиночку, между прочим. Стабильность на третьем месте. Ничего. А был ли толк, Биш? Лучше, чем ничего, но сканирование идет медленно. АМС на опорных пунктах глушит сигнал. Пилот, делай, что велено, ему нужно помочь. Займите... Сильно лагает? Да. Я никого не могу убить, даже с моего пистолета. Да. На це у них капецкая защита. У них на С такая защита стоит мощная. Передаю управление, пилот. Титанов? Титанов, блядь. Командир, они отрываются. Если планируешь что-то предпринять, сейчас самое... О, блин, задавил за справиться. Пункт справа в здании впереди тебя. Разыщи терминал и подойди к нему, чтобы... Ой-ё, я пошёл на...
Что? Что такое? Я по нему стрелял. Ну. Прыгни же в окошко. Ай! Так мы никогда не найдем слабость в системе. Еще и давление в реакторе растет, а им за помех все очень тормозит. Пилоты, захватите опорные пункты. Будем биться, пока Биш не получит, что ему нужно. А я жив. Гавды. Если планируешь что-то предпринять, сейчас самое время. Да почему? Ну ты ж живой, да ты ж живой. Ну я зато Б захватил. За всех сил. Браво, атакую! Командир, где-то рядом опорный пункт. Сверься с карты, он внутри здания. Подключено на 50%. Титан, короче, закинул кучу гранат в люк, и я кинулся в этот самый люк. Я даже сначала не понял, что это было. Выходим к пункту эвакуации. Вперед! Тиш, ну скажи мне, что мы не совсем облажали. Ну, у нас полно данных, на их проверку уйдет уйма времени. У нас все получится, Биш. Не впервые. Твою мать! Такая балерина! Нет! Нет! О, я на втором. Наша команда настолько дно, что даже я на втором оказался. Звездочку одну дали. А мне две. А не одну. Затрут. Одну дали, успокойся. Да, не утешай меня. Ладно, давай пока передышку.